Данилевич, да. Вот если бы у тебя была возможность обрести суперсилу, вот что бы ты выбрал? Ну, думаю, умение читать мысли других. Да ладно, ты с этим и так прекрасно справляешься. А вот я бы хотел себе волшебный голос, чтобы когда поешь, все вокруг забывали о проблемах. Ну, тогда не забудь к этому волшебному голосу взять в комплект и волшебное терпение, и супер-желание развиваться. Все как у нашего следующего героя. Встречайте! 11-летний обладатель гран-при, победитель песенных конкурсов и фестивалей Артур Галас! Привет, Артур! Привет! Привет! Артур, я очень рад вместе с нашими зрителями приветствовать тебя на сцене «Круче всех». Скажи, пожалуйста, а на каких сценах тебе уже довелось выступать? Я выступал у Львовской оперы, также я выступал на проекте «Славянский базар». И уж если ты к нам пришел, я попрошу тебя об одной услуге. Вот с Андреем Данилевичем уже 5 сезонов мы ведем шоу «Круче всех». И за это время мы влюбились и в шоу, и в наших талантливых участников, и в наших замечательных зрителей. И хотим им всем признаться в любви. Что нам для этого нужно сделать? У тебя есть идея? Є. Ви можете висловити свої почуття за допомогою пісні. А если нужна песня, я думаю, ты нам поможешь. Поможешь? Так. А пока я готовлю все для этого признания, пообщайся с Андреем Данилевичем. Вот такой мужик. Давай. Привет, Артур. Добрый день. Чув, скільки у тебе вже багато нагород і гран-при з різних конкурсів. Який з конкурсів тобі особливо запам'ятався, чи, можливо, був найскладнішим для тебе? Найскладнішим в мене був проєкт «Славянський базар». Брали дітей з різних країн. Була дуже сильна конкуренція. І також я був на проєкті «Чорноморські ігри» і отримав першу премію. Браво, молодець. Хочу в твоєї мами запитати. Вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи маєте якісь секрети в вихованні такого юного таланту? І які прийоми ви використовуєте, аби його якось стимулювати до прийоми навчання? Прийоми Морозову. Так, для вокаліста не можна, а він дуже любить, тому Морозову. А чи є ще якісь твої уподобання чи заняття, які, можливо, так само тобі цікаві, як і заняття музикою? Ну, я дуже люблю кататись на роликах, на ровері. Футбол граю, але не часто. Не вистачає часу? Кожен день школа, музична школа, пізніше зразу йде додаткове заняття математикою, англійською. І приходжу десь додому 8-ма година і роблю уроки до 9-ї години. До чого ти зараз готуєшся? У мене зараз мутація і не треба співати, бо тому що голос може опуститись, а я хочу бути тенором. Ти переживаєш, хвилюєшся? Ну, чесно, не дуже. Не дуже, бо в тебе є математика, футбол, друзі, які завжди підтримують тебе, який би ти вибір не зробив. Мама, яка завжди поруч і буде схвалювати любий твій вибір і любе захоплення. Дуже приємно було з тобою познайомитися, Артуре. Дякую, взаємно. Андрій Даманський вже, напевно, підготувався до надзвичайного дійства зізнання у коханні проєкту «Круче всіх» і чекає на твою професійну допомогу на цій сцені. Давай его привитаем. Артур, я прошу тебя на сцену. Андрей, присоединяйся к Артуру. Давайте, ребята, собираемся здесь втроем. Как сказал Артур, лучшее признание – это песня. Прежде чем начать петь, нужно понять, что мы это, в принципе, умеем делать. Поэтому, Артур, я попрошу тебя либо выяснить, можем ли мы это сделать, либо, если мы безнадежны, просто как-то нас распеть, чтобы мы чувствовали себя увереннее. Вот это второй вариант, это для меня. Да? Распеть. Если вы не умеете спевать, это не проблема, вы можете прочитать рэп. А если все-таки какие-то искры таланта вокального в нас присутствуют, давай попытаемся их раздуть в пламя. Треба робити вправи на дихання, треба вдихати повітря 4 рази и видихати 4 рази. Ось так.
Але треба дихати діафрагмою, щоб плечі не піднімалися. Треба закрити рот і просто здавати звук. Не треба брати високі ноти, ні низькі, брати, яка тобі підійде. І треба протриматись хоч би цілу хвилину. Хвилину, так, тримаємось хвилину, мукаємо. Артура, ти засікай, а ми... А ми мичим. Отлично размычались. Что мы делаем дальше? Шея распевка называется «Ой». У меня так бабуся всегда распевала. «Ой». Треба, чтобы твой звук попадал в корни зуба, верхний. А с зубами все нормально будет? Они... Так. Хорошо. Как? Покажи нам. «Ой, ой, 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 ой». Ты готов ойкать? «Ой, ой, 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 ой». Ой, 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 ой. Артур, у меня есть ощущение, что мы готовы. И очень хочется, причем вместе с тобой, становиться по центру, признаться в любви к любимому проекту «Круче всех». Это будет совершенно неожиданное, неслыханное и невиданное признание. К нам приходят маленькие звезды. Мне их понять бывает так непросто. Пусть порой шнурки они не в силах завязать, но их таланты могут просто поражать. Не выговаривают буквы, может быть, но всех умеют удивить и покорить. Что ж, могу я им задать почти любой вопрос, привычно вытерев курносый чей-то нос. И чтоб звучал почаще звонкий детский смех, готов на все я для проекта «Круче всех». Я могу вам искренне признаться, здесь можно удивлять и удивляться. Я ролей за 5 сезонов столько отыграл. Для вас я детские таланты открывал. Мне было сложно, я под куполом парил. И все шпагаты мира точно повторил. Да, еще катался я на моноколесе. Я танцевал, и это видели вы все. Но для того, чтоб ждал участника в успех, готов на все я на проекте «Круче всех». Готових працювати, щоб на сцені тут робити впевнений свій крок і навіть долетіти серцем до зірок. Сезон наш 5-й починається, держись. Поїхали! У нас не шоу,
держит в вашем малыше талант любой. На круче всех вы приходите всей семьей. Мы имена и звезды будем открывать, и целый мир улыбкой детской вдохновлять. Всі надзвичайно вдячні тобі за таку прекрасну нагоду. І за твоєю допомогою ми змогли освічитися у коханні проєкту «Круче всіх». Артур, я нереально признателен тебе за эту возможность быть с тобой на одной сцене, петь в этом номере и, самое главное, возможность подарить свою благодарность как ведущего нашим зрителям, нашему проекту и нашим бесконечно талантливым участникам, таким как ты. Але, Артур, это еще не все. И сейчас мы ждем на твой сольный выступ на этой сцене. Кьот Вельмар Лючика, Этира Форте Львенто, Слеке Терраца, Вентоль Кольфу Ди Сольенто. Вона брачер лекаца, Лепоки Авева Пьянто, Пойси скирчен лавочи, Рекомбильша Альканто. Перевершено. Артур, мы правда в восторге от твоего таланта. Ты крутой вокалист. Артур, мы желаем тебе радовать людей своим голосом, получать гран-при самых крутых фестивалей и покорять самые яркие мировые сцены. Медаль «Круче всех» и подарки в студию. Наша медаль фирмова. Я поправлю. Ты молодец. Артур, держи рюкзачок со сладостями. Давай помогу тебе его надеть. И вот он, этот подарок. Колонка.